Об автобусе Портале, о том, нужна ли вам няня для взрослых, а также о новинке от Xiaomi в сегодняшнем выпуске новостей высоких технологий. Здравствуйте! На международной выставке высоких технологий в Пекине, которая состоялась буквально на днях, было представлено множество интересных разработок. Например, компания из Китая Future Parking Equipment презентовала автобус-портал, который потенциально должен решить все наши проблемы с пробками. Для такого автобуса необходимо оборудовать специальные рельсы, которые должны находиться над обычной дорогой. Принцип действия таков: простые автомобили и остальной транспорт проезжают прямо под специфическим автобусом. А самое примечательное – это разработка, просто находка для экологии. Ведь работать автобус-портал будет на электрической или солнечной энергии. Одного автобуса хватит на перевозку одновременно 1200 человек, а цена по плану разработчиков будет ниже, чем проезд в метро целых в 5 раз. Проект получил название Transit Elevated Bus, а запуск этого чуда транспорта запланирован уже на конец этого года. При заголовке «Няня для взрослых» в голове возникают разнообразные сюжеты. Однако мы хотим вам поведать отнюдь не об этом. На самом-то деле ни для кого не секрет, что роботы стремительно врываются в нашу жизнь. И вот как раз WatchBot очень гармонично впишется в дом каждой семьи. Например, если вы забудете закрыть кран или поставить молоко в холодильник, электронная няня вам об этом обязательно напомнит. Ведь в нее встроен сенсор Kinect с запрограммированными и обучающими алгоритмами, которые используют неопределенную заранее выборку данных. Этот робот будет сначала учиться у людей, а затем обучать их. WatchBot будет просматривать различные видео про жизнь и обыденность людей и вскоре сможет принимать свои знания на практике. Основываясь на этих данных, он знает, что пользователь что-то сделал не так или оставил что-то не на своем месте. На данный момент робот WatchBot еще не является готовым продуктом, который вы можете запросто заказать по интернету. Он, скорее всего, прототип того, что вскоре может появиться в системе «Умный дом», которая с каждым годом набирает все большую популярность. Однако возникает вопрос: нужен ли человеку робот, который постоянно будет указывать, что не так в его собственном доме? Развивающаяся компания Xiaomi последнее время радует своими новинками. И на этот раз китайский разработчик представил квадрокоптер Mi Drone. По характеристикам данный дрон никоим образом не уступает своим конкурентам, ведь камера, которая крепится к коптеру, записывает видео в разрешении 4К и имеет возможность вращения на целых 360 градусов. В комплект входит сменная батарея, а также пульт дистанционного управления. Что еще нужно отметить, так это модульность и удобство технического обслуживания Xiaomi Mi Drone, ведь многие детали являются съемными. Пока еще технические данные коптера официально представлены не были, но если вы большой поклонник дронов, следите за обновлениями. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Наша команда готовит для вас еще много интересного. До скорых встреч!